Слава Украине, привет всем от Полонского. Очень интересные новости приходят из США, где Венгрия собиралась купить очень много снарядов для хаймерсов своих. Оказывается, в Венгрии есть хаймерсы. И собирались купить как хаймерсы еще, так и снаряды на почти 745 миллионов долларов. И знаете, что сделал Сенат Соединенных Штатов Америки? Подавляющим большинством заблокировал эту продажу. Почему? Ну, совершенно очевидно. Дело в том, что объяснение очень простое. Венгрия не на той стороне находится. Сегодня она играет, собственно говоря, на руку Путину. Орбан танцует танго и принимает абсолютно все нужные Путину позы. И, скажем так, он больше похож на члена ОДКБ, чем на члена НАТО. И вот, собственно говоря, результат не заставил себя ждать. Никто им никаких снарядов продавать не будет. Надо сказать, что как раз перед этим было заблокировано также венгерское главенствование в Евросоюзе, просто потому что страна, скажем так, ну, мягко говоря, не соответствует ожиданиям, да? Это первый момент. Ну, а по НАТО там польский генерал вообще заявил, что если они хотят продолжать дальше в том же духе, то есть как союзник Путина, а не как союзник НАТО, то вообще они могут, собственно говоря, к Путину и отправляться прямо вот в это вот, как оно там называется, АДКБ. Вот тут у меня штук 20 горобцов прилетело ко мне, да, решили меня немножко пощипать. Вот так вот, ребятки, так что Венгрия, похоже, допрыгалась. На Западе с ней просто не хотят иметь дело.